Тема программы «Куклы-берегини». Сейчас мы сделаем поясочек, и все будет в порядке. Ну вот пока полюбуйтесь на нее, а я покажу, как сделать поясок. Чтобы сделать поясок, нужно ниточку длиной в пояс и две длины таких сделать. И сейчас вот это самое волшебное действие в делании кукол, когда мы закручиваем поясок. Вот мы берем эту длинную нитку и крутим пальчиками одной руки к себе, а другой от себя. И нитка закручивается. И сейчас мы таким образом мы соединяем энергии Земли, потому что всякая женщина, нося юбку, она собирала женские энергии земные для того, чтобы помочь своей семье, своим детям, чтобы сделать многочисленные дела в своем доме. Вот. И вторые силы – это небесные, это покровители, вот, которые помогают нам сверху. И вот смотрите, волшебство в том, что поясочек закручивается сам. Вот видите, вот то, что я говорила, соединилось. Теперь на каждом кончике этого пояска мы завязываем по узелочку. Ну, немножечко тут вот нужно подровнять с одной стороны. И завяжем пояс. Женщины пояс носили чуть выше талии, подвязывая сарафан, панёву. Вот эта вот юбка распашная, видите, что она не зашитая, так и носили. Вот. Это называлось панёва. И с левой стороны завязывалось так, чтобы пояс был и длинный, он не должен быть коротким, но не ниже юбки. Ну что, вот наша красавица готова. Она готова помогать нам очищать наше жилище, нашу суть. Вот. И, в общем, я думаю, что не так долго мы и делали. Да? Ну вот, все. Берегиня готова. Секрет мастерства. Обережная кукла может быть как индивидуальная, так и семейная. Первая делалась обычно для женщины. Она отвечает за продолжение рода и должна быть здорова. Семейная берегиня защищала дом от зависти соседей, разлучниц и темных сил. Куклы могут быть летними и зимними. Зимние куколки. Вот мы говорили про праздник Коляды, про прославление солнышка, да? Вот делали вот такую куклу-козу. Вот. Потом еще это прямо в сам день зимнего солнцестояния делалась вот куколка Спиридон Солнцеворот. С ее помощью можно было дела, которые задумывались, намерения, вот можно было, он поворотом колеса считалось, что помогает развернуть эти дела, не просто вырастить, да, а вот чтобы они были в правильном направлении. Есть еще вот такая куколка, тоже веничек, да, вот смотрите, здесь из лыка этот веник, называется веничек благополучия. Этот веничек делался перед Рождеством или в само Рождество. На столе в сочельник насыпалась крупа и этими кучками, и потом утром брались вот тряпочки, да, видите, вот сколько здесь узелочков, это в каждом разные крупы, вот, для того, чтобы действительно был весь год благополучия в доме. И еще интересно, что если кто-то заболевал в течение года, то брали, развязывали этот узелок, и считалось, что крупа лечебная. Потому что именно в тот праздник сделана эта кукла. Вот. Ну, куклы я не только сама делаю, мне и дарят. Вот эта вот куколка-десятиручка тоже домашняя, помощница, это подаренная мне. Вот эта кукла из Удмуртии, я тоже такие делаю, но вот это именно подаренная. Здесь вот, смотрите, личка у нее есть, вот такая она тоже хозяюшка. То есть сегодня у нас мы говорим вообще о хозяйках и о женщинах. Вот еще одна есть такая. Бабка характерная называется, вот она так носик задрала, и вот у этих бабушек обязательно в руках было какое-то рукоделие. У нее здесь вот в руке есть, а этот,
крючок, а клубочек куда-то укатился по делам, наверное. Секрет мастерства. Игрушка и кукла, изготовленная как оберег, становилась только после того, как ей рисовали лицо. И после этого ее передавали детям. Девочки начинали делать где-то с 4-летнего возраста. И считалось, и девочки, и мальчик должен сделать куклу и первую. И только тогда его сажали за общий стол. «Дарк на подарок» называлась эта куколка. Они действительно куклы как-то не просто вот делаются. Каждая женщина, и я сама, всегда наблюдаю за собой. Поэтому получается это какое-то даже, знаете, как психологическое занятие. Или такая вот, я бы даже магия это назвала, когда женщина в делании куклы больше понимает себя, что надо поменять в своих действиях, да, в отношениях с людьми. Некоторые, уходя на пенсию, не знают, чем заняться. Вернитесь в детство и посмотрите, что вы делали там. Вам это очень нравилось, и вам понравится это сейчас. Вспоминайте и занимайте свое время.